Салют, друзья! Буквально этой зимой Аудиотехника презентовали премиальные универсальные наушники. Сегодня перед нами тот редкий случай, когда премиальность заключается не только во внешнем виде, материалах и качественной сборке, а также в отличном хай-фай звуке. Аудиотехника ATH MSR-7. На тест приехали наушники трех цветов на любой вкус. Черный MSR-7 с аптекарской дозой синих краплений. Живости им придает никелированная окантовка. Почитатели отголосков ретро могут купить коричневые с каплей красного. А любители выглядеть лакшери – модель в красном с добавкой золота. Материалы отборные. Все подогнано как при ручной сборке. Основа чашек – вот эта часть – из сплава алюминия и магния. Но ближе к амбушюрам – вот эта часть – это уже пластик. Прошитые амбушюры из эко-кожи с эффектом памяти формы уха. Очень мягкие, специально создавались для долгого прослушивания музыки. По полдня не снимая, сидел в них в студии. Ну и по пути на работу тестировал в метро. Благодаря стальной пластине в оголовье посадка плотная. Свобода движения чашек во всех направлениях. Какой ж тут дискомфорт? Его и в помине нет. Оголовье обшито качественной эко-кожей, а с внутренней стороны мягкая вставка. На макушку давить не будут. Регулируется по высоте пошагово. Один раз можно будет выставить свой размер и больше не париться по этому поводу. Конструкция не складная, зато смело можно носить их на шее, а можно кинуть в сумочку, что идет в комплекте. Наушники укомплектованы тремя съемными кабелями. Два из них длиной 1,2 метра. На одном из них гарнитура с кнопкой приема и сброса входящих звонков. Очень приятный факт. Гарнитура совместима со всеми операционными системами, будь то iOS, Android или Windows Phone. Оба кабеля намекают на портативное использование. Их оснастили Г-образным позолоченным джеком 3,5 мм. С Г-образными будет удобнее носить телефон или плеер в кармане штанов. Лишний раз спасет от надлома. Есть и 3-метровый шнур. Он пригодится, если решили послушать любимую музыку на стационарной хай-фай системе. Например, откинувшись в кресле или лежа на диване. Для таких случаев я бы предпочел витой кабель, а с MSR-7 идет прямой и длинный. Гнездо для кабеля только на левой чашке. MSR-7 это наушники закрытого типа, но звучат так же чисто, словно они открытые. В чем же здесь секрет? В чашке внедрили новую воздушно-потоковую систему циркуляции воздуха. Это вылилось в более натуральное звучание по всему частотному диапазону. Если внимательно присмотреться, на чашках заметны сетчатые отверстия. Это и есть пресловутая система. К тому же сочетание алюминия и магния устраняет нежелательные вибрации в конструкции. Диапазон воспроизводимых частот, указанный производителем, в два раза выше, чем воспринимает ухо человека. Многообещающе. Слушал в основном в связке с плеером FIO X1, зарядив его исключительно не сжатыми файлами. Затронул практически все направления. Выделю отменную детализацию, особенно в музыке, построенной на живых инструментах. Что касается панорамы, она тут немножко уже, чем хотелось бы. Здесь я выделю сдержанный бас, больше подойдет правдивый бас. Именно такой и выдают MSR-7. А если вам нравится клубняк или дабстеп, то есть музыка, построенная на низких частотах, то можно будет подтянуть их в эквалайзере. Все остальное звучит чисто. Пользуясь случаем, еще раз отмечу детализированный звук. Что есть, то есть. Если загорелись купить Аудиотехника ATH MSR-7, то за свои деньги вы получаете универсальные наушники с хай-фай звуком. Универсальные в разных смыслах этого слова. Во-первых, они не требовательны к железу, будь то телефон или стационарное железо. Также они универсальны в воспроизведении музыкальных стилей. Я предпочитаю слушать в связке с примочками с приставкой Hi-Fi. К хорошему привыкаешь быстро. Тем не менее, не забываем подписываться на канал, ставить лайк. С вами был тот самый магазин FUA. Всем мир!